Привет! Я Никита Дрюченко, и мой гость, как всегда, на спортику. Вика, любила побыть в детстве? Да, потому да? что у меня был брат, ну, точнее, он есть. С ним. У нас полтора года разница, и угу. как бы, мы постоянно, когда играли, у нас постоянно были какие-то драки. А с девчатами было? А с девочкой нет. Угу. Як твій шлях розкажи взагалі відбувся до того, що ти прийшла до кікбоксингу? Як це було? я, виходить, ходила в школі, ще, мабуть, в восьмому класі зі своєю подругою на бокс? Там, наверное, на протяжні двох місяців где-то з нею походила і тренер. Получается, он больше обращал внимание на парней. Uh -huh. uh, и девочки как-то не очень. И потом я познакомилась с тренером по кикбоксингу. Он забрал меня к себе в секцию. И там получается уже было очень много девочек. И как бы мне было uh -huh. спокойнее там тренироваться. Комфортнее. Да, комфортнее, э, комфортнее. То есть мне там больше нравилось. И я потренировалась, наверное, где-то 4 месяца. И поехала на свои первые соревнования. Слушай, когда у тебя возникло такое чувство, что ты выбрала э, ту справу по жизни, от э, какой ты кайфуешь? Ну, наверное, это пришло осознание где-то уже, когда я поступала в университет, лет в 17. Угу. То есть, э, ну, я всего тренируюсь 8 лет, а 4, которые я там тренировалась, мне как бы нравилось, но а когда вот именно я поступила в университет, мне именно хотелось дальше. Угу. Новый То уровень, да. Э, да, новый какой-то уровень и Uh, у меня получилось так то, что я подобрала сначала секцию, в которой я буду ходить, mm -hmm. а потом университет, который находился рядом с секцией, то есть чтобы мне там не ездить сильно. Uh -huh, но я... и как бы у меня было наоборот. Uh... Нагорода, якою ты пышаешься наибольше? Uh, больше всего это, наверное, чемпионат мира, я была участницей. Uh, я не заняла никакого места, но у меня именно отложилось uh -huh. да, то, что я вот смогла достичь этого уровня я смогла там поучаствовать. как ты туда потрапила, на этот чемпионат? Как это происходит? Это отбор на uh, На чемпионате uh -huh. Украины я выиграла, ну, то есть заняла uh -huh. первое место, потом прошла двое сборов uh, и потом уже попала на чемпионат мира. Слушай, ну я там бачу, ты бы в Инстаграм просто на город. Да. ты уже не рахуешь змагания? Uh, ну, во-первых, у спортсменов как бы у них есть суеверие, то, что нельзя считать медали. Ага. То есть, ну понятно, когда там у тебя немного их, ты примерно знаешь количество. Бачишь, что там, там две лежит. Да, две лежит, как бы. Угу. А, а когда уже вот очень много, то есть ты их уже не считаешь. То есть такое суверие, если вот ты посчитал, то это все, это последние твои медали, потом как-то все пойдет на спад, и уже не будет тех побед. Ага. А зараз, сейчас трошечки уже с пандемией по да, стоит, змагань побольше стало. А соревнования, от которые именно от самые такие высшие, это будет чемпионат мира в октябре угу. месяце, в середине. Потом, ну, чтобы приготовиться на этот чемпионат мира, нужно очень много всего пройти. То есть сейчас мы будем ехать на сборы в Болгарию. Вот 12 числа мы уже выезжаем, и э, потом будет в сентябре Кубок мира. Получается тоже... прям этапы такие... В Венгрии. Ну да, нужно пробоксировать, чтобы как бы, было... А, это... а залежит результат ось, на соревнованиях. треба посисти какие-то чтобы потом на чемпионат. Первое света? место нужно. Ага. Получается, на чемпионате мира это только первые номера сборной. Если ехать, например, на какой-то кубок Украины, ну, точнее, чемпионат Украины выиграть, и ехать, например, на кубок мира, там уже могут от страны быть несколько человек. То есть сколько козаявиться в сетку, столько uh -huh. и будет. Вот я была э, на Кубке мира в Італії, у мене там було три норвежки. Тож і з моєї країни там ще дівчинка була, тобто на так чоловіка. Подорожувала вже по світу немножко. Є, так? Где понравилось больше? Если есть на той час, чтобы хоть погулять и увидеть, где ты находишься. А, ну, ты приезжаешь на соревнования и особо нет времени гулять. Ага. То есть мне нравится то, что я могу посмотреть, как боксируют люди из других стран. То есть ты не всегда там будешь на ютубе открывать. Э, в обычной жизни у тебя не всегда есть время на это. А так ты приходишь на соревнования, там, ты, например, с утра там, и до вечера сидишь, но ты, когда сидишь, даже смотришь чей-то бой, ты берешь какой-то опыт для себя. То есть, ты просто о, мне вот ага. нравится этот спортсмен, вот я бы хотела немного так боксировать. Что-то берешь там, у того, как бы у того. Стыли видрезняются да. в Украине и за кордоном, так? М да. Например, если брать за кордоном, то сейчас э, люди э, больше им нравится поинфайтинг. Это, например, э, когда чисто люди на касание. То есть ты ага, попал, э, посчитали, да, там бал, а вот Uh, наши, как бы Украина до сих пор вот фул, сейчас развит К1, там где так, uh, так, колено, как бы, потому что К1 есть профбои, uh, и ты можешь поехать куда-нибудь за границу и заработать деньги на этом бою. Так, на right. какие-то коммерческие да, турниры. Да, да, да. Слухай, а вот ты сама в себе вкладаешь деньги, Никто же тебе не финансирует спонсоры. Это за властный рахунок. Ты ездишь на сборы. А, uh, сборы, вот сейчас те, которые в Болгарию, мне оплатили. Uh -huh. То есть как есть федерация, розумію, да. в Украине, и она выделяет кошты на то, чтобы да, получается, спортсмену. у нас вот, ну, в основном стараются все проплачивать, но бывает такое, что там 80% проплатили, угу. и ты какую-то денежку угу. там свою докинул. Но в основном стараются от спортсменов спор э, спонсировать. А у тебя есть намытьи зарабатывать именно этим может Можливо на коммерческих а, турнирах? Как бы на коммерческих угу. сложнее, потому что у меня раздел full, и сейчас он не так уж сильно и развит. Uh, то есть, если это перейти в другой раздел, например, как К1, там, где колено, он более, как это сказать, ну, больше нравится публике, да, там, и как бы за него больше платят. Угу. По сути, это твоя мотивация лишь спортивная? Да. А... А в плане заработка угу. это тренерская карьера, ну, больше так ну, сейчас я, я вот, получается тот период когда был карантин до карантина я не тренировала потом mm -hmm. когда начался карантин я начала набирать девочек и как-то в инстаграме там разместила какую-то запись mm -hmm. и как бы все девочки такие не подтянулись это вот, неплохо то есть есть такая ситуация когда например, муж не хочет отпускать к тренеру мужчине. Так, так. да, И все, приходят девочки, вот привел там свою жену к ближнему человеки. <laughs> и девочкам, понимаете, им больше нравится вот комфортно. комфортно, да, то есть они могут там сказать, ну, если живот болит, там они могут угу, донести, угу. как бы по-женски сказать, вот так и так, я там нагрузку какую-то делаю уже поменьше. То есть, ну, как бы больше вот этот сам коннект. тренер. Uh, ти ж тренуєшся також, хто У хтось тебе тренує. Тренера. Uh, ще їх і два. Їх стилі тренувань, звичайно, що відрізняються один від одного. Опиши одного тренера і опиши іншого. Uh, Перший тренер який тренер постарші, йому вот там 63 роки. зараз. І у нього ще якась стара закалка. І Класичний підхід. да? да? класика. А... Второй тренер, он как бы, у него вот опыт, он выиграл всемирные игры, чемпионат мира, чемпионат Европы, то есть те соревнования, которые были в этом виде спорта, он все выиграл. И поэтому первый тренер, это как классик, который угу. вот именно мне технику все этот, а второй тренер, это вот больше, знаете, вот у него и техника есть, но он как и психолог. Понимаете, когда а я еду, например, на соревнования, там вот в том же автобусе или машине, я с ним разговариваю, я даже не чувствую, что я еду на бои. Вот он как-то у него, да, вот он так может как-то заинтересовать какую-то интересную там, тему, вот, мне рассказать там, ну, вот, наша дискуссия, что я Легко. даже, да, Легко. я отвлекаюсь то, что я еду вот, даже боксировать как бы и а, из-за его вот этого вот какого-то опыта. Он помогает мне, например, вот не переживай, там вот нужно так-так. Ага. То есть он все это прошел, и поэтому он может со своего опыта мне вот сказать, как мне лучше подсказать, когда. Ти ж спарингувала м, з чоловіками 100%? У нас в залі не дівочок, ага. поэтому я завжди готовлюсь, я спарингую з спадом. Вони манинами. тебе шкодують? Да. Чи... <laughs> так? Ну, все одно, коли ти становишся, наприклад, в пару там, і мужчина весить 80 кілограм, а я там 52, і зрозуміло, що вони не будуть. А ти б хотіла, ось, наприклад, також, 52 кілограми спаринг партнер, але чоловік. але чтобы по-справжнему выпробовать сын нет потому нет. что я понимаю что мужчины они все равно от природы они сильнее чем девушки а ты в вырубала ну с ног было дело, да, так да. что да. чувствовала? Uh, наверное больше что ты переживаешь за этого человека и то что ты например мог нанести ему какую-то травму и ты понимаешь что тебе от этого больше наверное какая-то жалость а не удовлетворение uh -huh. потому что ну, вот мне нравится боксировать, когда я могу переиграть человека, да, там, а не просто там как-то вырубить или еще что-то. Больше mm -hmm. от показать свою технику и с помощью техники как-то там показать, что я выше. Я да. что ты а, а не просто или... там, да, mm -hmm. забить, как бы, ну. Мне вот больше не мая такой да. меты, да, в Ну вырубить. да, нет больше ты а вот именно хочется показать то, что выше, и что можешь переиграть. Хм. Поромай, краще, той, кто краще бьет, чи той, кто краще защищается? Mm, такой вопрос <laughs> uh -huh. мне кажется и защита и нападение тоже главное ты это как бы сила uh, ну ты контратакуешь больше? більше, номером мне больше нравится работать вторым номером, uh -huh. когда я вот вижу все как бы нюансы и потом после атаки соперника я уже отдаю как бы у меня даже тренера они меня вот перед боем раскачивают. Давай, с первого раунда начинай что-то делать. А у меня бывало, вот даже особенно, когда я перешла вот в этот зал, у меня тренера такие, просто у меня я очень хорошо дышу. У меня <с вот хорошая функционалка, как бы все нормально. И у меня бывает, что я включаюсь аж в третьем раунде. Получается, девочка, она уже все свои силы отдала, а, ты а, я, а я только разогрелась. Да, вот у меня всегда первый раунд, он идет какой-то разогревочный. И то есть мне тренерахет, когда ты там на международных каких-то соревнованиях угу. тебе нужно изначально уже набирать баллы, а ты вот стоишь там что-то вычикуешь. Да, вот сильно иногда пережидаю. А ты э, заговорила про то, те, что д... тебе удобнее смотреть за спортсменами, как угу. они а ну, там по ТВ, интернет неважливо например бокс, ММА, какие-то классические варианты, ну, зачем еще человечем, на у вас ты дываешься, а как то мені подобається Да, мне нравится очень, как Ломаченко боксирует. У меня получается, я и парень, мы в одном спорте. То есть мы вместе выезжаем и на сборы везде, как бы, и мы вместе вот смотрим бои. Ну, это последний бой, который мы смотрели Ломаченко. речи, про хлопца. Ти б за нього, скажімо так, вписалась би в драку, якщо б він, наприклад, не мав би ось тих навичок, які він має, як спортсмен. Наприклад, звичайний хлопець, не кікбоксер, не єдиноборство, але ти маєш усі навички, і ти за нього. Десь, ну, вписалась. Мне кажется, что это Ты в плане драки это не было, это просто было какое-то словесное, потому угу. что, ну, как бы, во-первых, я девочка, и я никогда не дралась на улице, то есть у меня там просто вот спорт есть, и я это практикую, практикую как спортсмен, то есть, а чтобы там где-то драться на улице не было, такое, и мне кажется, что, ну, возможно, просто как-то словесно б. Дуже дипломатично, ти <рес> клас. Ну, мене просто юридичне образування, я ти просто роз, Ти розумієш, що, можуть бути, <рес> <Да>. наслідки ще. <все. рес> да. До речі, де ти навчаєшся тоді? На, НГУ. Добре. Юридична освіта допоможе тобі так, звичайно. Єдиноборства, ось що вони в тобі сформували агресію, дисципліну особливо це стосується дівчат. Навіщо дівчатам займатись єдиноборствами? Якщо по суті на практиці ти сама кажеш про те, що ти не будеш використовувати, бо більшість хлопців, які займаються диноборствами, ну десь там відкладають uh -huh. те, що конфліктній ситуації ці навички допоможуть. Бо uh -huh. битись чоловікам — це як дихати. А ось а, що для мене, це якась -то дисципліна, тому що ти от у тебе тренування там шість разів неділю, і ти повинен постоянно шість разів. Іноді по два рази в день. Нормально, так продовжуй. Uh, получается, больше я бы сказала, что это дисциплина, плюс, uh, ну, наверное, это когда ты хочешь вот достигать какой-то цели, это целеустремленность mm -hmm. тоже. Uh, и у меня вот девочка была, которую я тренировала, она, uh, получается, преподаватель в филармонии. Uh, и она говорит, что ее, вот дети, которые она там тренировала, mm -hmm. с которыми она занималась, они ее выводили. И она приходила ко мне на тренировки, всегда такая злая, а она такая ростом еще ниже меня, такая хорошенький тендитно, такой, так. тендитно такая маленькая, и она говорит, сейчас я потренируюсь, и все будет хорошо. Пару то ездят, есть, да, так. мы mm. там, я ей подержала какие-то лапы, она там на мешках, и она выходит после тренировки спокойная, как бы все хорошо. Это как терапия да. выходит у людей уже. Да, то есть весь стресс, вот, который был у нее, вышел, и она пошла домой, вот, там, к семье уже спокойная ты как бы. не такая, это не про тебя. А, там мне кажется, я в жизни просто как бы спокойная. Uh -huh. То, ну, у меня характер такой, да, я вспыльчивая, но я быстро отходчива, как бы. мы ты себе ставишь mm. финально? Чемпионат мира. Чемпионат <laughs> Да, у меня получилось на Кубке мира и на чемпионате мира я встречалась с норвежками. И вот мне очень тяжело даются эти девочки, потому что они вот уже им около 30 лет, а мне он 21. И то есть там уже огромный такой опыт. О, сих, да. а, они очень хорошие, они очень классно он действительно боксируют. И хочется вот дойти до такого уровня, чтобы вот перебоксировать их именно технически. Угу. Дівчата ж завжди залишаються дівчатами. Ти на бої виходиш? Можливо, якийсь там легенький макіяж чи може там... Це мішає. коли, наприклад, там тушка ката потікла, лі що там мішає вас, можливо, там секунданти перевіряють, щоб там Сережки, с... да mm -hmm. сережки, там ніякого пірсінга, нічого не до розкажи, буде. в чому ви спаренгуєте? Ось захисний захисне спорядження, можливо, mm -hmm. якісь там на додатковий бандаж в... на груди uh -huh. а, Бандаж на грудь. Mm -hmm. потом получается ну, топик тут, который просто вот у меня такой раздел, что у меня должно было ви видно вот, именно руки, если какие-то угу. там гематомы или кровопотеки, поэтому не футболка, а топик. Штаны, защита Но на шорты. ноги. Нет. Штаны, Есть угу. такой раздел кикбоксинга, там где лоу-кики, получается, так, 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 так. и там шорты. Заразуми. Но у меня штаны, угу. потому что я бью, вот у меня ноги все выше корпуса. Угу. Должны быть там угу. в голову, как бы в корпус. И шолом. Шлем, да, перчатки. Все дорогое споряджение? А, смотря какая фирма. То есть у меня фирма Топтен. Там шлем стоит 100 евро. Нормально. Нормально. <laughs> перчатки как бы тоже. Но это Uh, проще поехать и купить на каких-то там международных соревнованиях, mm -hmm. потому что бывает такое, люди отбоксировали, и та экипировка, которая осталась после соревнования, ее распродают. То есть шлем там, например, в нем побоксировала пару человек, да, он там новый, нормальный, mm -hmm. все это, и вот я купила, например, шлем там стоит так, 100 евро, я его там купила за 80, например, там uh, защита на ноги стоит там 80 евро, а я там за 50. Как бы, ну, можно mm -hmm. это сэкономить, но... Как би, ну, качество хороше. Тобто ти покупаешь эту защиту, вона у тебе літ на п'ять, по-любому, за нею забыл. А ось тобі коли-небудь, звичайно, що ж прилітало в обличчя, і в тебе не було думки, так та ні, все, мабуть, що досить вже. Ні, у мене єдиний раз на соревнованнях розбили нос. Uh -huh. uh, и я говорю тренеру, у меня что, кровь с носа идет? что нос разбили? Он говорит, сейчас не будет течь, <laughs> все нормально. Ну как-то, Но слава богу, без травм. Ну да. завершить, Ну нет, ты и... к этому привыкаешь, ты понимаешь, что, ну бывает, да, как бы такое. Что делать, когда не хочешь тренироваться? Mm, понимаешь, что у тебя есть какая-то определенная цель. И тебе нужно к ней идти. Вот у меня, например, я когда начинала тренироваться, э, вот еще там 14 лет, и у меня была мечта поехать на чемпионат мира, и чтобы у меня с чемпионата мира была футболка. И Вау. сейчас она у меня есть. Хотя, ну, по факту такие мелочи, как бы там футболка. Ну, не выникают таких думок, что там идти на тренировки, ты уже через силу уже идешь просто и думаешь: Господи, куда уже закінчится Нет, все. Ты просто понимаешь, что сейчас ты ну, там или оттренируешь, или сам потренируешься, и все. Ты как бы идешь, у тебя есть свое свободное время там. Ну, как бы ты понимаешь, что это надо. Это уже как твоя работа, это уже как твоя обязанность. она просто до такой степени ты привыкаешь к этому, то, что это вот надо, и все. Твой хлопец, вы с ним сперенговали? Да. Ну так да. лайту трошки. Ну понятно, да. Угу. У нас разница там, наверное, 20 килограмм. Ага. У него какие результаты? Он мастер спорта международного класса. Он вы второй угу. на Кубке Мира. Мы в принципе с ним и начали общаться после Кубка Мира в Италии. Угу. То есть мы там, ну то есть я знала, что есть такой парень, как бы, Не ну особо, ну да, неплохо отбоксировал. <laughs> Ну, то есть, и потом как -то, ну, у нас уже было два года, как мы в ну, то есть... А він тобі якісь поради дає? Да. До речі, секундант же на змаганнях, ясно. це тренер? А, в основному тренер. Угу. Тренер ну взагалі два секунданти, тренер по любому, угу. ну и мой парень может помогать. А ты э, прислухаешься до того, что они тебе говорят? Ты слушаешь? Да, да. Знаешь, я... два спортсмены отключаются. И... А, мне вот не нравится, когда я боксирую и, например, начинают там вот я слышу своего тренера угу. и своего парня. Если, например, кто-то там из моих друзей начинает кричать там давай бей там так, или так, еще что-то, меня это наоборот отвлекает и меня это раздражает, потому что я не слышу то, что мне говорит Кажет. мой тренер. Угу. Вот это такие тонкости. Да. Она просто сбивает. Ты прям выполняешь то, что они тебе говорят. Стараюсь. Но иногда бывает такое то, что эмоции там сыграли, и, например, тебе нужно работать вторым номером, а ты там работаешь первым номером. Они говорят: блин, что ты творишь". А как пережить поразку? Сложно. Что ты чувствуешь, когда? Ну, как-то, когда вот у меня был такой период, я постоянно выигрывала, выигрывала, а потом вот приехала на соревнования и, например, это у меня был чемпионат мира и я проиграла. И у меня я сразу я понимаю, какая вот подготовка была э, сложная. Во-первых, двое сборов, там мы прошли, тренера меня готовили. Я вот просто стою, поднимают соперницы руку, у меня просто слезы. Угу. Ну, как бы и Приехала, как какое-то время мне даже не хотелось вообще идти в зал. То есть я думаю, сейчас я пару дней дома побуду, меня там тренера не трогали, как бы дали мне какой-то отдых, ну а потом ты понимаешь, ну то, что мне 21. И у меня, все, попал, да, у меня а -а -а. все впереди. Как бы. А, например, если девочки там проигрывают, которым уже 30 лет, и они ничего там такого не выиграли, там стоит задуматься. А у меня как бы, ну, 21 год, и я думаю, то, что у меня вот победы впереди еще самые такие. А ты свой первый поединок взагалі помнишь? Да, у меня первый поединок был, самое интересное, с девочкой, которая со мной была в зале. Uh -huh. Мы, получается, одинаковые были по весу. И у меня еще тренер мне не сказал, то, что нужна капа. Ага. Одиночная, которая. Разумею, так. А, и я максировала в двойной капе, там, где для воздуха одна дырочка. Так -так 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 -так. И я даже не могла вот нормально надышаться. И как бы я на тот момент 4 месяца занимала, затренировалась, и я показала лучшие результаты, чем та девочка, которая занималась на тот момент там 3 или 4 года. То есть, как mm -hmm. бы тренера так задумались немного. И вот у меня как-то. Вот я проиграла, мне хотелось больше тренироваться там как-то, чтобы так потом и, с ней и, да, побоксировать <с и выиграть и потом у нас получилось то, что я тренировалась у другого тренера, она пошла на бокс и там наверное ну прошло год, может полтора, я прихожу, меня ставят с ней в спарринг, и я разбиваю нос с ноги. Нормально. Би, і потім я така: а я ще була маленька, ну там, наверное, лет 15 не було. Я така, ну, все, своє віддала. Ну, туше, непоган, непогані спогади про перший подинок. Дівчата будуть дивляться і будуть дивитися це інтерв'ю. Угу. Давай спробуємо їх вмовити і переконати в тому, що єдиноборство у будь-яких будь-які види для дівчат, то нормально. Ось на власному прикладе давай в их чему корисно заниматься единоборствами девчатам ну во первых это фигура потому что например если вы занимаетесь кикбоксингом это не просто там выходите в качалку или еще что-то это кардио тренировки из-за этого как бы лучше становится фигура то есть угу. ногами вы там бьете у вас подтягиваются ноги как бы они становятся тоже рельефнее если у кого-то там проблемы потом в плане того, то, что вы сможете там постоять за себя, если какая-то ситуация там на улице или еще что-то, хотя я не рекомендую. А, также что еще ну знаешь, было? просто есть страх перед этим. Ты же его сдолала как-то, правильно? А, страх есть Ой, перед каждыми обличку... соревнованиями. Как бы, ну, все равно какое-то волнение. Угу. Ты понимаешь, что могут быть какие-то травмы. Ну, этого не хочется. Да и само волнение, как ты вообще можешь отбоксировать, как сам бой пойдет. То есть, угу. а те девочки, которые вот просто, например, для себя ходить в удовольствие там, не обязательно становиться не даже да, не там. обязательно становиться даже в пары там, чтобы тебя там как-то били или ты там кого-то. Помимо пар можно и на снарядах и лапы там и какие-нибудь там кардио тренировки угу. э, и что-то, например, с общей физической подготовки. То есть можно и разнообразить, комплекс. да, так тренировку, что даже не ставить пары. Например, у меня на, не все девочки боксируют. То есть они вот угу. приходят, как бы там потренировались. И ты им на некий не какие да даю как бы растяжка плюс понимаете, когда угу. вы бьете в голову ногами, это намного лучше растяжка там шпагаты те же. У меня у меня я когда начинала тренироваться я не садилась ни один ни на один шпагат. Сейчас у меня два шпагата. Дівчата, отже, вирайте шпагат бити в на дам не суть. Головне займатися спортом і насолоджитись від того, що ви робите. Це був Нікіта Дрюченко на спортіку. Ще побачимось.